Итак, начинаем обзор комнаты отеля Riviera Blue. Начинаем с туалета и ванны. Так, здесь шум воды, как у самолета. Тут у нас туалет, ванна, все стандартно, свет не очень сильный. Вот эта штуковина падала уже. Туалетной бумаги чуть-чуть есть. Мусор не убирают. Сам выкидал. Так, пошли дальше. Фен работает. Слава богу. Тут у нас сверху что-то чуть-чуть отпадает. Тут лампа. Здесь у нас перепутаны выключатели. Здесь включение. Здесь наоборот выключатель. Кондиционеры. Этот работает, и этот работает тоже, слава богу. Вот такая лампа. Лампа одна есть. Вторая, как видите, провода. Только провода и все. Не знаю, что они здесь думали. Из нового только гардероб. Если понюхать, то запах свежий. И вот кто-то оставил трусы. Выбрасывать не стали. Может, кто-то еще приедет, заберет. Вот такой кондиционер. И на стене, как видите, то ли грибок, что-то похожее. Так, телевизор этот не работал. Вызывали, пришло два чувака, что-то покрутили. Каналы здесь есть. Но так толком не настроили. Ушли. Немного канал искажается. Что тут? Вот такой вид из окна. Видите, балконы, дорога внизу. Если бы не кондиционер, было бы жарко, конечно, вообще. Так, и вот тут самое интересное — балкон. Балкон, я так понял, на трех человек. Не очень хорошо просто. Дверь не никто мы не открываем, так как чужие люди могут зайти. Ну вот так все выглядит. Видите, дорога, шумно. Вот такой он наш отель Ривер какой-то Blue. Дверь вот так закрывается, и шторка, чтобы люди не заглядывали. Ну еще что тут? Немного есть запаха в ванной, туалете. А, еще грибок. Вот тут грибок есть. Наверное, вот из-за него и запах как раз идет все. Вот такой небольшой обзор нашей гостиничной комнаты. В общем, не очень хорошее все. Все как-то на соплях все. В общем, всем спасибо за просмотр. Лайкайте. Всем пока.